Всем здорово, с вами Android Андроидыч. Сегодня хотел рассказать о настольной карточной игре, стратегии, которая называется Hearthstone Heroes of Warcraft. Данная игра создана от компании Blizzard, которую вы наверняка знаете, сделала такие игры, как Diablo и многие другие крутые ролевые игры. Игра полностью на русском языке и обладает очень-очень крутой графикой, русской полностью озвучкой. Короче, игра очень качественно выполнена, мне она понравилась, хотя я не очень люблю карточные игры. Вот. Хранитель истории Чо! Вот такая будет озвучка, прям очень качественно сделана. Мы сейчас проходим режим обучения. Сверху наш враг. Рад видеть тебя. Мы сможем использовать различные карты. Покажи, чему ты научилась. На нашем сопернике, я он на нас. Поддаваться. У каждого карты есть определенное количество жизней и атаки, которые она может использовать. Как мы с вами будем воевать? Мы вот выбираем из карт, которые у нас имеются. У нас с правой стороны у нас количество маны вот синим цветом изображено, одна штука. Постепенно она будет копиться каждый ход. Но мы можем выбирать только одну карту, вот эту вот так вот кидаем и ее запускаем на поле битвы. Но атаковать мы можем только на следующий ход. Все, мы сходили, сделать мы больше ничего не можем. Нажимаем закончить. Очень хорошая игра. Еще момент, она требует обязательно доступ в онлайн. Можно послушать, что говорят. Очень много различных соперников нам встретится. Так, все, наш соперник. Сходи, у нас добавляется каждый раз еще одна карта, и мана у нас стала на 2 раза больше. А теперь мы можем атаковать вот этой картой, или карту врага, или самого вот этого панду вот этого. Давайте используем. Как атакуем? Держим, и вот так вот свайпаем и атакуем. Все, мы атаковали. Ну, мы, видите, друг друга уничтожили. И так происходит вообще сам бой. Помимо этого, мы, как игру, можно атаковать самого нашего соперника. Для этого позже также направить карту на вот иконку врага. Игра охренительная, еще раз могу повторяться много раз, потому что реально очень качественно сделана. Она выходила сначала на iOS, а теперь вышла на Android. И игра будет очень-очень популярна, это 100%. Помимо этого у нас есть различные заклинания, которые появляются, мы также можем их атаковать, они очень высокий дэмэдж наносят. Давайте попробуем атаковать нашего врага, соперника, вот каким-то образом. Вот видите, мы потратили определенное количество жизни. У него осталось 22, и если доходит до 0, мы с вами выиграем. Также мы можем пока поставить какую-нибудь карту. Вот весь смысл данной игры. Теперь давайте по поводу оценок. Я, скорее всего, поставлю все 5 за музыку, за графику, за управление, за интересность, потому что придраться просто не к чему, как всегда, эти игры от Blizzard, они отличаются очень хорошим качественным и очень-очень интересной играбельностью, что показывает данная игра. Колод карт будет очень много, поэтому вам не надоест, будете собирать собственную колоду и сражаться с различными врагами. Вот такая очень-очень крутая игра. Всем советую в нее сыграть. С вами был Android Андроидыч. Не забывайте ставьте лайк и вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.